about here? What about that? Особо не проверить. Это маленькая карточка. Да, да, поэтому возьму кластер. Жду на такой карте использовать ядерку. Паракин. Камбуску. Короче, Костя, Андрюха, Родька, без разницы кто. Я спавню эту сраную пушку, высираю рюкзак, и вы подбираете рюкзак и заряжаете пушку. Меня в три пушки ничего не знаю. Ну тогда. Ну, у меня ручки свободные. Я буду. Андрюх, мы все еще против роботов. Ты уверен, что ты хочешь собрать? Андрей, расскажи. Кто-нибудь из вас рюкзак наймите, будете мне, да, ракеты засовывать. Маром друг друга засовывать. Я перезаряжаю. Как ты перезаряжал раньше? Дробовики. Не, это делал солдат 76. Что они делали с моим мальчиком? $25 за скин. Да, я думал, да вот это обдирал по скину покупать. Ну там за 50. Ну, блин, сравнение. В лиге 5 евро более-менее скин. Ну, это не самый дорогой там. Нормально скин. Так, давай. Пушка моя. Спасибо, на меня упал корабль. Да, я еще один сейчас скину, не переживай. А, все, последняя ракета, что ли? Да. Еще два груза. Так, танк, увы. Кстати, беги на меня. Раз. Потому что я классно. С учетом того, сколько мы шесть шаттлов сбили, сколько? Я считаю, это полностью победа. Если кто-то сдохнет, станет. Можешь кости забирать. Сейчас попробую. Пополню. Андрей! Чем ты меня? Кластер? Кластер! Твоя любимая кластерка. Я видел только воздушный налет из дома. Йоу. Ага, пополнил ракета. Ну и все. Котейка. Руки ломаются, конечно, после этого. Не самый поворотливый, а куколка, конечно. Пока можно подождать. New mag! Sending in an eagle! Mag 50! Requesting air support! Это поэтому мы пришли сюда. You will never destroy our way of life! Not today! Ending in an eagle! Нет. Я развернул дворник. А что, неплохо, пока у нас две смерти было, это за Андрея, а не за роботов. Ну, уже потратили здесь мы боезапасы и боеприпасы. Смотри, 42% и нас так не зажимают. Вы посмотрите, как эти ребята там чилят. Ну ладно, я сам. Весело, да. Они просто стоят. Как говорилось, мы уничтожаем 99% населения, чтобы последняя долька осталась на основе. Сейчас мы, походу, последнюю. Последнюю долю процента мы сейчас уничтожаем. 101%? 0,1%. 99. Мы уничтожаем последний полупроцент. У меня все вторая. Да, буквально. У меня последний кластерка остался. Я все карабкал. Так, 30 секунд осталось для запасов. Так, танков уже дофига сейчас. У меня 3 танка.
Ну, ты про эти? Ну, ловать мне так забыли. Сейчас, пару, 10 секунд подождать, и я смогу. Как гранаты там кидают? Дружище. Ну ладно. Полтора чёрта. Так, с одним танком сейчас разберусь. Вот сюда. Сюда припасы вынул. СМП есть. Мы уже... Я вынул к себе. Нам нужно... Эгоизм, да. Эээ. Вот это будет чем-то стрелять. Не-не-не, друг. Не-не-не, друг. Просто умы. О. А мы сначала мы с полными припасами резать? Полные. Ай. Полные. Апгрейд был. Я поэтому смотрел, что брать. Вот так. Вы там жив? Я думал, это моя бандука, у меня тут все в руках взорвалось. Я понял. Сейчас скину. А, чувак, ну. Бля, из-за этой пилены добавы ничего не видно. Сейчас танк, ты там в упор видел его? Я так? Тут нам в упор стоял. Я улетел. Я взорвал, да сам тебя взорвал. Не знаю, одну из двух. Да. Делай погребок кого-то. Меня что-то сопнуло, я даже не понял. Кто вас сюда бросил? Види сопнул? Я? Там написано не было. Это хрень чем багованный. Два танчика. Четыре. Так, кто-то может на тебя поставить. Такой, что такое выглядит? Друг друга так перебьем, я даже несколько танков забрал. 88 франков. Я там лазер бросил, не бросил, а еще не за них. А, бросил. Бросил, я тоже бросил лазер. Я упал прямо на глобу, думаю, меня спалит. Я целюсь, блин, со своей базуки в Халка, а у меня, блин, патронов нет. Единственные патроны. Это как за забором, к сожалению. Когда я за прошлый раз помирал, там еще был снаряд, когда он белся. Ты его выстрелил и танк взорвало. Не, я точно помню, снаряд это штуки остался. Корабль закидываем сейчас. Да. Надо воевать. Вот там. Фак. Я тебя хотел подкинуть или что там случилось? Ну, ты меня в принципе подкинул. Рыба. А я за ним. Горение. Я сам себя, ладно. Все меня на раз бросил, пожалуйста. Ну да, пока у нас была погрузка с рюкзаком и патроны, было как-то проще. Оп, они падали. Ау. Там, блин. Ой, блин. Сэмпы. Сэмпы! Мало надо для счастья человека. А танк я взорвал, тут еще три осталось. Взяла демократическая игра. Там, где я помер. Только здесь огня. А еще один взорвался. Кто сдохнет? Ребят, тупы. Адрик, не бери пластику. На маленькой карте. Там уж я как-то более умело и пользуюсь, а ты ни одного не пришлось. Ой-ой, там глыба! Глыба! Да. Ладно, ребята, вы надоели вам, я короче покинул. Да. Понял. Он да, уже горел. Он про дома, да, вы что, не видели, что как он горит? Я говорю, да, он горит, он горит. Я зацелил. Я постоянно понял. Меня там до сих пор носило. Я слышу это. На фоне.
Как хорошо, что это за кадром происходит, и мы ничего не видим. Дайверскам. Последняя миссия с автоматонами. Да, пока. Последний. Думаю, что они прям до конца сезона. Я думаю, в 11 числа что-то будет. Ну. Новый батл пас? А, все, мы освободили планету. До этого она точно не была освобождена. Да, точно не была освобождена. Все в демократию там, где ее нет. Но мы уже с вами. Нет.